Привет, Сэвадж. Ты с пивком? Что-то пивка захотелось сразу. О, Алексей, привет. Наконец-то выбрался на стрим. А то весь в ремонте в ванной. Блин, ну это удачного тебе ремонта. Как у тебя ремонт в ванной продвигается? Ремонт это дело такое. Когда ты начинаешь делать ремонт, ты уже не можешь остановиться. Там нет конечной цели, только путь. Путь ремонта. Я сегодня наконец-то в той комнате. Мне вчера поставили дверь. Я повесила одну штору, правда, потому что на вторую крючочков не хватило. Мне надо докупить, но уже выглядит потрясающе. Наконец-то я обустраиваю эту комнату. И у меня там есть дверь. Капец. Я могу закрыться. Бесконечно, да. Соседи, да. Блин. У меня пока тут на новой квартире нет пока что таких соседей, которые делают ремонт. Пока что, ну как бы это не вечно. Пока никто не взял на себя эту роль, ну кроме меня. Это я пока этот сосед. Уборка в квартире после уборка, да. Поздравляю, Алексей. Ну, видишь, как хорошо. Уют создал, да? Это очень хорошо. Уют это хорошо. Что у меня с этим? Мне опять пишет в рестриме. Нет сигнала. А то, что стримы идут и на Тровой, и на Твиче, это что это? Я из космоса ловлю. У меня из космоса этот ловится. Вы через что делаете рестрим? Я через космос. А вы через чё? Блин, это я не знаю, что с этим сайтом, ладно. Так, на Трово вроде работает. Или нет? У меня почему-то... Почему я свой стрим не могу посмотреть? У меня на Трово все зависло. А на Твиче все нормально. С Трово вечно какая-то нервотрепка. Это у меня только зависло. А кто-нибудь на Трово может сходить посмотреть? У меня почему-то не работает там стрим. Прием, прием. Ловлю ваши сигналы. Если мент спросит документ, это значит у него сегодня денег нет. Не напрашивайся на комплимент. Ой, я перезагрузила, и у меня теперь тут качество показывает 1080. Все, я не хочу даже смотреть. Я не буду. Я не буду больше ничего проверять. Так, что у меня вот здесь? Все нормально. Все нормально.
Надо открывать игру. Надеюсь, дальше у меня получше пойдет. Что-то на том стриме я зависла с той этой ее миссией с этим саркофагом. И с этим саркофагом чуть сама в саркофаг не загремела. Капец какой-то. Это было сложно. Мне вот музыка нравится здесь тоже. Вот эти мотивы, вот эти вот сейчас, которые пошли, они мне почему-то, знаете, какую игру напоминают? Макс Пейн. По-моему, там похожая музыка была. Вот это вот. Пам-пам-пам-пам-пам. Мне кажется, что-то есть от Макса Пейна. Может, один композитор, да? Человечность — это моральный кодекс, позволяющий сородичам сохранять человеческую сущность и не превращаться в паразитических монстров. По сути, это то, что удерживает вампира превращение в безумное животное, обуреваемое жаждой крови. Я пытаюсь быстро прочитать. А сейчас долго грузится. Я могла бы растянуть. Растянуть чтение. Похоже, да? Вот. Ну что же, ну что же? Распердывайся. Распердывайся, игра. Так. Какие у нас миссии были? Некромантия. А, вот этого мужчину, так дальше. А мне нужно еще зафайтиться, значит, с главным, который разносит чуму. Потом вот эту миссию, я не знаю, буду я делать или нет, этого мужчину приводить. Мне как-то жалко его. Потом дальше покровитель античного искусства. Где хранится саркофаг? Ну тут же. Саркофаг был украден. Надо доложить князю о таком повороте событий. Так, вот сейчас мы туда и пойдем. А нас не чпокнут за то, что саркофаг украли? Ну как бы этот. Мы-то не виновники, но принесем плохую весть. Сейчас он скажет, какого черта? Где мой саркофаг? Простите, немного задремал. Ох, мне нужно сторожевое животное, чтобы будило меня, когда заходит народ. Может, шимпанзе, как в сериале «Обезьяний детектив»? Эта макака всегда обжуливает. Макакас. Лакруа ожидает меня. Скажи, Пышечка, если ты задержишься там наверху на пару часов, может, зайдешь ко мне в конце смены, и мы позавтракаем вместе, а? Бесконечная горка оладий, кленовый сироп и твой медвежонок-охранник. А можно бесконечная горка оладий, кленовый сироп, и я одна сижу.
И это все достанется мне. А я бы рада, но у меня дела. Прости, еще увидимся. Прости, я не люблю утро. Ты мое солнце и рассвет. О, как красиво. Ты мое солнце и мой рассвет. Первое. А почему такой вот этот лифт? Можно какой-то другой? Я хочу покататься на всех. Так, так. Опа, он стоит у окна. Мне не нравится, что происходит. Он уже не в той позе сидит. Это уже какая-то это. Что-то на подозрение наталкивает, нет? Оп. Парадокс лидерства в том, что независимо от того, что ты делаешь, за твоей спиной будут толпиться сотни убежденных в том, что их решение было бы более здравым. И что твое решение лишь побочный эффект от наугад пущенной стрелы. Я объявляю неугодные приговоры и сношу нападки критиков. Я принимаю решения, которые больше никто не примет. Привет, Wonderland Game. Я ношу камень на шее и мишень на груди. Добро пожаловать на стрим. Спасибо за ману. Но я ману не собираю, так что нет, не трать на меня. Не траться маной. Можешь какой-нибудь смайлик отправить, если там хочешь, для активности. Если вдруг еще раз решишь пройти, попробуй за Малковиан. У них свои тараканы в голове, они видят мир немного по-другому. Например, могут общаться с знаками дорожного движения. Ничего себе. А-а-а! Про поход! Ядрит твою! Вандерленд. Ничего себе ты замаскировался-то под Вандерленда. А мне сказали, кстати, Алексей, или это ты говорил, что там еще есть какая-то раса, которая в волков превращается. Да? Я этого просто не знала. Было бы прикольно из-за них тоже поиграть. Чему все это? Если бы вы хоть временами принимали верные решения, никто бы ничего не говорил. Подыгрываю вам. К чему все это? Принимаю решение, которое больше никто не принимает. Наношу камень, ношение, ничего. Первое. На Найнса Родригеса будет объявлена кровавая охота за убийство Алистера Граута. Наказание Родригеса — лишь вопрос времени. Я запалил фитиль. Если вспыхнет война, то именно мою голову они захотят поднять на пике. По крайней мере, я могу расслабиться, зная, что ты, моя самая многообещающая служительница, сняла сегодня с моих плеч тяжкую ношу. На пике-то чё на... Тебе нужна помощь, чтобы доставить саркофаг в мой кабинет. А саркофаги? Кажется, его украли. Украли? Я так и знала, что он накричит на меня. Я на Тюрлих. Украли? Как? Кто? О, Гарри. Гарри, подлый ты червь. Следовало предвосхитить твое коварство, помойная крыса. Гарри. О, мне дали очко. Может, объясните, кто к чертовой матери этот Гэри? Гэри? Первородные Носферату. Именно Носферату выяснили, куда саркофаг отвезли после Дейн. И раздобыли ключи от музея. Они единственные, кто знали. Теперь это для меня очевидно. Моя ошибка. Нос... Но ведь... Ну ведь, а чё ну ведь? А чё такое нос? Я хочу, чтобы его нашли. Хочу его найти.
Саркофаг могут использовать. Ну, надо принять успокоительное. В этом городе неизвестную катастрофу. Если он попадет не в те руки. Я поищу этого Гэри и саркофаг. Говоря, я хочу его найти. Полагаю, вы подразумеваете меня. Ну, первое отвечу. Я поищу этого Гэри и саркофаг. Носфератус ныряют в нечистотах под улицами Голливуда. Но даже опять в канализацию лезть. Голливуд, к сожалению, не предан Камарилье. Барон Голливуда – анарх по имени Айзек. Айзек более цивилизован, нежели анархи Даунтауна, но... все-таки он насквозь пропитан недоверием ко мне. Может быть, он знает, как связаться с Носферату. Найди Гэри и заставь его говорить. Этот саркофаг может быть использован против нас. Не возвращайся, пока не найдешь его. А теперь я вынужден объявить кровавую охоту. И принять на себя удар последствий. Выведи ее. Если выведи, подождите, подождите, я сама выйду. Выгнали меня. А чё я-то виновата? А теперь мы можем в Голливуд, да, проехать? У меня просто на карте-то его не было. Мы не могли никак туда попасть. Делакруа похож на меня. Я не, вот не знаю сейчас, это комплимент или это бан? Или это насаживание на банан? Знаете, что мне надо? Я, пожалуй, вернусь к той женщине. Я, пожалуй, добегу до нее. Сейчас сохранюсь. Будем торопиться. А где, в какую дверь? Вот сюда, да? На банан? Ничего. Надо его косплей, да, мне тогда получается? А не вот этих всех тёлочек. Привет, Киота, спасибо за розочку. Так, мы возвращаемся к той женщине. Надо как-то сейчас еще доползти до нее. Это вроде где было? А мне надо сюда запрыгнуть. А как я? Подождите. Я что-то застряла и не могла шевелиться. А тут что-то труба-то целая, или я не здесь поднималась? А как мне к женщине пройти? Слушайте, я пришла отсюда. Не понял. А мне теперь все не пройти, что ли? А тут труба, по-моему, была вот тут. А она целая. А, вот здесь. А он открывается? А как? У меня почему-то не показывают. Что ж такое-то? Только что же запрыгивала. Не пойму. Может, забаговалась? Надо выйти и зайти. Сейчас я выйду и зайду.
Выйди и зайди нормально. Нет, не работает. Я помню, что тут можно было пролезть. А в чем дело? Почему? Или все, я просрала, что ли? Так а почему-то у меня квест здесь стоит. У меня же стоит. Может, надо под особым углом, да, каким-то? Может, стрельнуть у него? Нет, не работал. А как же я заходила-то? Я же к ней уже заходила. По-моему, так здесь была труба упавшая. Она была упавшая. Почему я не могу взять ничего? Я до этого могла. А, вот что-то. Блин, оно закрыто. Его не взломать. В смысле? Да блин. Я не могу выпрямиться. Спокойно. Блин, а может я на стул смогу встать, да? Да тихо ты кидай-то, аккуратно. Привет, Валерий. Не огорчайтесь, я хорошо не буду. Не знаю, я огорчаюсь только потому, что у меня не получается вот здесь. Что-то странно, да, Алексей? Да блин, я что-то даже прыгнуть не могу. Давай, 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 давай. Опа, хорош. Как я? А? Ать-ать обманула систему. Так, здесь закрыто. А, по-моему, дальше в этот, вот сюда уже забираться, да? Блин, а тут не забраться, в смысле? А как я дальше делала? А куда я шла дальше? Что-то не помню.
А почему не забраться-то? Сука. Надо было, видимо, сразу делать этот квест. А, под лестницей проход, точно! Блин, я забыла, Алексей, спасибо. О, все, нормально. Так. Куда-то зашла. Бэк-юзер. Сейчас приду, а ее нет. И как возвращаться? Так, тут ничего, да? Сейчас еще застряну где-нибудь. Так, сюда не будем. Ну, дальше что? А, тут дальше вот сюда прыгать. По-моему, вот этим, нет? Да, раз. Опа, вот и женщина, как я добралась-то. Я попросила тебя. Почему ты не привела сюда его? Потому что там его нет. Так его там нет, в смысле? О, а это что такое? Ничего. А здесь что? Тоже ничего. А вот сюда можно забраться? Она попросила меня привести челика, но его там нет. Вот в чем вопрос. Мне куда-то за ним надо этот по городу его искать, или он должен был там быть? А вот это что? Может, можно почитать, нет? Я попросила тебя. Почему ты не привела сюда его? Да, блин, всё. Я приседания нажимаю, надо другую нажимать. Может, он где-то здесь? Там его не было. Так, я здесь была, да? Угу. Тут ничего интересного. А как я его ей приведу? Я с ним буду прыгать, что ли, или как? Блин, сейчас еще провалиться не хватало. И застрять. Блин, назад. Что-то было. Какое-то действие. И оно упало. Я все раскидала. А, тут вот можно щель сделать себе. Нормально. Как тут сложно прыгать? Да что ж такое-то?
Так, ладно, назад я быстрее добиралась. Тут иногда мышка прям поднимается куда-то. Бля, я забаговалась, кажется. Не нормально. Так. Дальше что? Так, все. Готовы. А в вещах, может, у меня уже этот... Я не хочу быть Носферату, я хочу быть Ликанусом. К черту этого Лакруа. Так. Возможно, вот здесь что-то. Нет, у меня ничего нет, да? Странно, я не видела этот никакую визитку. Оно должно быть здесь было. В смысле? А почему здесь? Здесь труба сейчас? Не понял. Ее же не было до этого, видели? Алексей, ты видел? Тут не было этой трубы, в смысле? Там было... Я заглядывала в эту комнату? А как я ее пропустила? О боже, ну это пиздец. Может, я и визитку пропустила? Такое возможно. Блин, минус этого чата, что он этот... Сообщения уходят наверх, и назад их не вернуть. То есть мини-пролистнуть. И поэтому я что-то пропускаю. Получаться, видишь, такие ситуации. Нехорошие. Так, скайлайн у нас. Вот. Посмотрим. Пиша. Так, не помню, где поворачивать. Здесь вроде. Вот же остановка с картой. По-моему, да. Я уже близка, да? Привет, Денис. Как дела? О, я могу взять телек. На тебе. В каком он номере? Блин, а где визитка-то? Я не вижу. А это что такое? А, автомагнитола. Смотрите, сколько у меня денег. 1000 баксов целых. 1000 баксов. Привет, Дьюдон. Как у вас дела? Как прошел день? Я делала домашние дела весь день. Я комп включила только когда села этот стриму готовиться. Так, куда я опять присаживаюсь?
А какой из этих чуваков, Алексей? Визитка была в больнице. Денис подсказывает. Так, в больнице какой? Я там ничего не нашла. Это из которой я вышла? Ну. Так я же там все обыскала, там ничего. На первом этаже. А, да, точно. Где куча мониторов. Может, я что-то подбирала, не знаю. А почему-то ее у меня нет в этом. И там не было. Странно. Да, я помню, что что-то там на полу-то лежало, когда я туда приходила. Значит, я взяла ее. Странно, куда она делась? А я еду, нет. Я в лифте застряла, помогите. О, успешно. Успешная успешность. А это что? Картошечка фри и бургер. Сколько у него алкоголя. В смысле, алкоголь не могу взять? А я не могу бутылку взять. Спасибо, Алексей. А я могу только почему-то стакан взять, а бутылку не могу взять. А как это... Ну, а как мне налить винище себе? Загадка, короче, загадка. Бутылка стоит на столе, но вы можете взять только стакан. Как налить себе вина? Вы должны из стоячей бутылки, а не касаясь ее, налить себе вино. Так, здесь ничего такого интересного. Здесь что? Телек. Да смотрите, неплохо, да? Вон там челик стоит. Момс. Здесь тоже выпивка, которую я опять же не могу взять. Таблетосы лежат. Нет, я всего этого не видел. Да, этого никогда не было. Ничего из этого. Это был розыгрыш. Они ждут тебя в подвале госпиталя. Серьезно? Кто меня просил тогда взять? Как смешно.
Кто просил это задание тогда взять? Меня человечность отобрали. Кто? Вы меня подставили. Вы подставили меня. Дьюдон, ты меня подставил. Я запомню это. Два опыта. Ну, так минус человечность. И что мне теперь делать? Как мне теперь быть? Как мне дальше жить? О, у меня уже три штучки отсутствует. Это трагедия. Это трагедия, а я даже не могу налить себе винище, чтобы запить горе. Так, он убежал. А мне надо к ней идти, да? Или нет? Или я уже получила свои опыты и все. У меня опыт 14. Смотрите, можно что-то прокачать. Так, что мы качаем? Можно силу, да, взять, потому что я какая-то не очень, мне кажется, сильная. Блин, до ловкости. Либо копить на ловкость. Еще две штучки надо, два опыта. Либо взять что-то еще. Уклонение увеличивает способность защиты. Ну вот это хорошая тоже выносливость. И убеждение тоже ничего, да? А у меня убеждение сейчас нормально? Или, может, его больше надо прокачать? А почему все стоимость 8? А подешевле чего-нибудь нет, чтобы две штучки купить? Защита в бою и хакерство. Может, вот это взять? Тут целых два этих. А защита в бою... И хакерство. Потому что меня пиздят очень часто. Алексей, как ты думаешь, может вот это взять? Защита в бою и хакерство. Мне кажется, вот это нормально. И будем копить на ловкость тогда, на последнюю. У нас еще есть. А есть еще уклонение. Это просто защита в бою. Не, я возьму тогда вот это. А выносливость 8. Нужно. Я тогда сделаю смекалку сейчас. Защита в бою и хакерство. И у меня будет шестерочка. И в следующий раз вот это возьмем. Выносливость. Так, Дьюдон, я же покупала внешность. А почему? Я же брала какую-то штучку. Или я харизму брала? У меня же был этот... Пипирка здесь заполнена. Что? Странно. Ладно, я взяла вот это, потому что пригодится. Нет, просто там есть этот челик, который зараженный,
который распространяет инфекцию. Который там главный среди них. И мне нужно было с ним сразиться. И в прошлый раз меня просто как щенка. Поэтому мне нужно как-то что-то тут подкачаться. Надо подкачаться. Надо подкачаться. Кач-кач. Делай кач-кач. Так, что у нас теперь? Вернитесь в госпиталь и поговорите с ней. Мне надо вернуться. Тихо, мне надо до нее дойти сейчас. Опять к этой женщине через буераки эти карабкаться. У тебя не то сохранение. Не то сохранение. Все то. Их разносчик. Так я не прошла это. Я туда пришла, он меня размотал, и я ушла, не солоно хлебавшись. Мы закончили на том, что я саркофаг за саркофагом сходила, и там его украли. Я с этого и начала. Вот я хотела спросить про шмотки. А можно шмотки покупать, да? Можно переодеваться? Но мне сначала к этой женщине надо сходить. Ой, ёлки! Нет! Тут опасно все. Можно в любой момент застрять. Я ничего еще не покупала. Вот мне как раз надо все продать. Естественно. Ну все тогда. Сейчас пойдем закупаться. Мне надо продать там кольца, цацки, автомагнитолы, все, что в карманах лежит. Все, что нажито непосильным трудом. Все продаем к чертям. Продаем все. Войдя сюда, его судьба была предрешена. Не трать время на споры о морали. Если человек вступает во владение тигра, его, скорее всего, съедят. Так же и здесь. Понимаю. А что там с теми артефактами? Задание выполнено. Одна хранилась в музее естественной истории. В этом я уверена. Я изучила факты и могу сказать, что она была украдена вместе с саркофагом. Так подожди, а где защиту-то покупать? У меня еще нет денег-то никаких. Или ты за баллы она покупается? Вполне возможно. Что еще тебе нужно? Расскажи еще о втором предмете. Он используется, чтобы общаться с потусторонними сущностями. Эта книга называется... Защита за этот, да? Если окажешься во владениях Джованни, постарайся заполучить ее.
Ведь второй возможности не будет. Голос смерти. Окей, у меня еще один вопрос. Хорошо, если найду, принесу. А, новая одежда прибавляет защиту. Так, сейчас пойдем смотреть. Главное выбраться из этого старого страшного здания, которое меня вечно куда-то засасывает. Так. Опа! Профессионально поставила лестницу, только что-то я не могу по ней подняться. Недритую на Ева. Так, откуда я пришла? Куда идти? Давай, лети, как я проскользила. Это было сложно, но я одолела. Не, мне не надо короткий путь, мне надо этот. Через боль и страдания. На улице потеплело. Кто атаковать квартиру? Что за зерги? Так, а теперь... Так, надо сохраниться, во-первых. Теперь ведите меня... А, комары... Они так называются, что ли? По-другому? Это научное название? Это латынь или что? А-а-а, StarCraft. Я нет, не смотрела игру, не знаю, не видела. Не знаю ее лор. Так, куда я бегу? Куда бежать? Подождите. Вот карта сейчас мы встанем. Где находится этот мужик? Мужик где находится? Под каким-то мостом? Он в этом городе находится? Денис. Переулок. Какой переулок? Вот сюда? Вот это он? Извините. Нет. Справа переулок. Подожди, я правильно зашла? Нет? Надо было вот здесь или нет? Подожди, я не понимаю что-то. Грузовик. А, вон там. Это грузовик? Нет, что это? Только не сегодня.
Это там, где я вышла или нет? А, вон он стоит, вон тот. Крошка, я видел, как ты идешь по улице и стал молиться Богу, чтобы он послал тебя ко мне. И аллилуйя! Он услышал меня. Добро пожаловать в грузовик толстого Ларри. Я собственник и продавец месяца уже в течение многих лет подряд. Дамочки называют меня «О, Боже!» Но ты можешь звать меня Толстым Ларри. Толстым, потому что я знаю, что у меня проблемы с весом. Просто мне на это насрать. И что у тебя в грузовике? О, это уместный вопрос. Но лучше спроси, чего нет в моем грузовике. Потому что девиз Толстого Ларри «Все имеет свою цену, но я, возможно, знаю кого-нибудь, кто достанет это любой ценой». Ты собираешься болтать всю ночь или все-таки что-нибудь мне продашь? Блин, а продать... А я-то продам? А мне продать надо. А чего мне нажимать? Или он не, про... не, тут не покупает ничего? У него только купить можно и все. Вот это мне нравится, слышать. Но вот что. Я приберегаю свой лучший товар для избранной клиентуры. Не то чтобы я не ценил твой возможный вклад в бизнес. Ну, просто это, ну, понимаешь, бизнес. Показывай свой товар. Йоу-йоу-йоу. Уши коал, гамаки и гном есть... Эй-эй, не проходите мимо. Я правда похож на Деона Варвика? Вот плотная одежда, стоимость 367. Налетай, товар покупай. Йоу, пипл, у меня есть галапагосская черепаха, только на этой неделе. Примерами такой одежды могут быть куртки, пальто, плотные свитеры, толстые брюки. Класс брони у плотной одежды один. Ее ношение не добавляет штрафов к характеристикам. Йоу-йоу-йоу, уши коал, гамаки и гномьи седла прямо здесь. Эй-эй, не проходите мимо, я правда похож на Деона Варвика? Подожди, а как? Йоу-йоу-йоу, уши коал, гамаки и гномьи седла прямо здесь. Так у него только вот это. Мне есть галапагосская черепаха, только на этой неделе. А как разделы выбирать? Это с Дэвида Духовный, с сертификатом подлинности, запечатанный с автографом. Йоу-йоу-йоу. Уши коал, гамаки и гномьи седла прямо здесь и только... Йоу-йоу-йоу! Уши коал, гамаки и гномьи седла прямо здесь и только... Йоу-йоу-йоу! Уши коал, гамаки и гномьи седла прямо здесь и... Йоу, пипл! У меня есть галапагосская черепаха, только на этой неделе. Унитаз Дэвида Духовный, с сертификатом подлинности, запечатанный с автографом. Эй-эй, не проходите мимо, я правда похож на Деона Варвика? Эй-эй, не проходите мимо, я правда похож на Деона Варвика? Йоу, пипл, у меня есть галапагосская черепаха, только на этой неделе. Унитаз Дэвида Духовный, с сертификатом подлинности, запечатанный с автографом. Эй-эй, не проходите мимо, я правда похож на Деона Варвика? Но здесь стоит плотная одежда и просто купить. Запечатанный с автографом. Нельзя выбрать. Ну, его ассортимент справа, да. Есть галапагосская черепаха, только на этой неделе. Здесь написано, нельзя выбрать. Йоу-йоу-йоу, уши коал, гамаки и гномьи седла. Я не могу выбрать, йоу-йоу-йоу. Как выглядит. Динозавра. Правда, не знаю какого, так что покупайте, высижу. Покупай одежду, так, а... Похож на Деона Варвика. Денис, а как? В смысле, выбрать-то можно, или только нажимаешь сюда и купить, и все, да? Йоу, пипл, вот это. У меня есть галапагосская черепаха, только на этой неделе. Йоу, пипл, у меня есть галапагосская черепаха, только на этой неделе. Йоу-йоу-йоу. А чё ещё? Арбалетные болты. Выходи, налетай, товар покупай. Йоу-йоу-йоу, у меня есть яйца динозавра.
правда не знаю какого. Не, покупай. Приходи, налетай, товар покупай. Какие вы этот нетерпеливые. Йоу-йоу-йоу. Уши коал, гамаки и гномьи седла прямо здесь. Да блин, я как это, ну что это такое? Вон-то пиджачки красные. Я хочу что-нибудь другое. В каждом новом городе будет своя одежда. А-а-а, то есть я могу... Ну ладно. Что это такое? Модница-сковородница. Приветик, хочешь приятно провести время? Можно закадрить тёлочку. Эй, лапочка, хочешь развлечься? Не знаю. А дорого? А дорого? Я только что купила себе новый костюм. Поэтому я не думаю. Всё у нас что-то получится. Так, куда я бегу? Пиша хочет, чтобы вы нашли два оккультных предмета и принесли ей. Один из них статуэтка идол в историческом музее. Второй книга, находящаяся в особняке Джованни. Князю нужен саркофаг прямо сейчас. Шаг первый, найдите Гэри. Ну, а, короче, в Голливуд пиздошить, да? Поехали в новый город. Привет, глюконик. Мы проходим вампиров. Мы сейчас поедем в Голливуд. Голливуд. Куда-то направляемся? В Голливуд. Вот сюда хочу. Главное не стать вампиром. Не стать вампиром, а стать ликаном. Ликанусом. Так, что такое? Не встречал тебя раньше. А значит, и Айзек тоже. Что произошло? Так что тебе к нему. Где мне его найти? Айзек в ювелирном магазине в конце улицы. Считай, что ты уже приглашена. Я туда и отправляюсь. В ювелирном магазине в конце улицы. Ага. Ну, кстати, смотрите, а костюмчик подходит к местности, да? Сочетается. Вампир и легавый — это же одно и то же. В чем разница? Не, сочетается, да? Нормально. Я что-то сначала расстроилась, а теперь нормально. Ничего. А магазинчик как называется? Ювелирный магазин. XXX. Магазин 3X. А это что такое? Везувиус. Прикольно. Красиво. Кинотеатр, видимо. Или что? Кинотеатр.
И кем же ты работаешь? Я учитель в средней школе. Теперь понятно, что мой племянник потратил $20, которые я ему отослала в день рождения на волшебные бабы. Всегда приятно знать, что добро пожаловать в красное пятно, родной дом монстра Чак. 72 где же я опять перепарковал свою машину? Ой, ну, подождите, у меня же вообще помочь? Нет машины. Гость, а чем ты зарабатываешь на жизнь? Двойной разговор. Да, чего интересного творится в округе? Слышал ли что-нибудь о серийном убийце? Ну, вообще-то я еще не закончил ни одного сценария. Всегда. Сходи на выступление моей группы «Зерновая Эбола». Мы играем завтра в крематории. Девчонок будет полно. Мы знатно зажжем. «Зерновая Эбола». Если ты еще ничего не написал, то как ты можешь... Слышал ли что-нибудь о серийном убийце? А, это ведь не ирония, верно? Мне кажется, что типа серийный убийца это ты, а? Вы никогда не думали, что весь мир это типа компьютерная игра? Нет, а что еще тут творится? Персонажи. О, да, чел, это глубокая мысль. Кто это говорит? Вы никогда не думали, что весь мир это типа компьютерная игра, и так мы в ней такие персонажи. Это не дом твоей мамочки, о, да, мы ничего чел, не раздаем за бесплатно, это ясно? Глубокая мысль. А где этот? Где же это? Поговори с ним еще. Я куда-то вышла. Я в этот взад вышла, в задний ход. Черный задний ход. Почему я назад не могу зайти? Пришлось замок взламывать. Чего? Да блин. Как жизнь? Ну что особенного, у тебя как? А, ты знаешь, тебе правда нужно бы спросить меня об особом предложении. Ладно, я клюну, что за особое предложение? Что ты спросила, детка? Смотря на тебя, ты заслуживаешь доверие. У меня есть особое предложение. Если купишь особенно дорогое буррито или фруктовый сок, получаешь оружие на выбор бесплатно. Интересно? Конечно, покажи, что у тебя есть, малыш. Опа, крутяшка какая-то прикольная. 427, нужно дороже, но у меня есть деньги. У меня есть деньги. Интересно, кто-нибудь из ученых об этом знает? Где же я опять перепарковал свою машину? Ой, подождите, у меня же вообще нет машины. Опа, блин, я думал, это куртяшка, а это... Что это? Это плащ из перьев или что? И добавить туда немного начо. И назвать это дело пицца начо. What the fuck? Да я хоть сейчас могу пицца начо состряпать. Вы пальто из перьев. Это типа компьютерная из перьев петуха. Такие персонажи. О, да, чел, это глубокая. Чё за... Чё я надела на себя? $20, которые я ему отослала в день рождения. Шоколадный сироп или арахисовое масло? Шоколадный сироп или арахисовое масло? Чёрт. У меня, кстати, не прокачан. Я потом куплю. У меня навык не прокачан. Там урон от этого, от оружия говняный. Кстати, надо посмотреть, а чё можно прокачать? Можно что-то? Вам нравится мое пальто? Блин, я как это. Что это? Ну... Зато оно развивается, да, смотрите. Так, у меня опыт 10. Совсем модная сковородная. Так. Вообще отличная графика, да?
Так тут есть и этот, как оно называется? Все шевелится, короче. Так, что мы возьмем? Что мне сейчас взять? Мне надо потратить. Вот здесь есть способность стрелкового боя и обыска. Блин, какая-то реклама подъехала. Она не банируется ботами, или она забанировалась? У меня в мультичате не показывают. Так, что там, выносливость и сила? Сила Сибири. А, ну у меня все по двоечке, да? От урона и ударов. Давай тогда выносливость сначала, а теперь будем на силу копить, да? А, удалилась? Ну ладно, нормально, значит, все. Меня просто в мультичате моем не показывают. Там оно так и висит. Так, окей. Насиловать и копить. Так, идем, значит, куда? В Везувий, да? Кто-то предлагал. Надо сохраниться, во-первых. А во-вторых, надо подойти к карте и нормально сориентироваться. Везувиус, 9-е. Ага. Это куда-то вон туда, да? А, вон он. Надо бы проверить машину. Нормально. В новом пальто модном. Стильно, модно, молодежно. Рассекаю по улице в новом пальто. Да-да-да, и в Lucky Star еще надо зайти. Надо не забыть все это провернуть. Опа! Опа! Смотрите, а вот и эта женщина. Не думаю, что ты бы могла получить. Я ее только на картинках видела. Учитывая, кто ты, но с тобой мне может повезет. Кто ты такая? Думаю. Когда у нее грудь дернулась. Должны узнать друг друга поближе наверху, где сможем быть собою. Поднимайся наверх. Лишь 14 шажков. Ты не пожалеешь, поверь мне. Откуда мне знать, что это не ловушка? Если хочешь мне что-то сказать, говори здесь. Ты можешь не подниматься со мной. Хотя мне еще не отказывали. А ведь у нас может быть кое-что общее. Ну, если передумаешь, знаешь, где я? Ну ладно, давай поговорим. Так, и мне наверх, да? Так лучше. Ты и я лишь ненадолго.
вдали от джихада и бессмыслиц, и опасностей. Лишь мы двое. По правде говоря, я хотела уединиться с тобой не беспричинно. Я так и знала, что здесь что-то нечисто. Ох, я иногда забываю о двуличной природе нашей крови. Как жаль, что мы так быстро приспосабливаемся, правда? Причина, по которой я пригласила тебя, то, что за нами в Голливуде в последнее время наблюдают охотники. Я не хочу, чтобы ты привлекала их внимание. Что ж, я это ценю. Охотники, они же просто смертные. Ну да, только что меня там этот ушатали. Первое. Все это пустяки. Я Велвет. Для тебя, мисс Велюр. Давно я не видела здесь кого-нибудь нового. Я уже начала печалиться. И кто же, наконец, приходит ко мне, как незнаменитость? Столько слухов. Ну так. Хочешь ли узнать меня побольше? И так уже утомила меня. И что же я должна спросить? Правда жестока. Не становись такой же. Что ты там говорила насчет охотников? Охотники. Да. Они в Голливуде уже несколько недель. Они были в клубе Эша в моем и не только. Думаю, они ищут подозреваемых. Я слегка нервничаю с тех пор, как рядом я обнаружила одну из них. Что ты имеешь в виду? Несколько недель одна из них работала здесь, в Везуви, присматривала за клиентами. Я нашла оружие в ее шкафчике и уволила ее. Но она все еще наблюдает за моим клубом и за мной. Возможно, я могу позаботиться о ней. Да, я могу. Это бывает тяжело принять, но, видимо, тебе придется убить ее. А у меня человечность не снимут? Или это не касается никак? Возможно, я могу позаботиться о ней, да? Правда? Я думала, просить о таком уже чересчур. Убить охотницу тебе не надо просить меня дважды. Зависит от того, что я за это получу. Второе. Я хочу денег. Мисти. Просто чудо и прекрасный источник крови за небольшую сумму. Я предоставлю ее тебе с удовольствием. Весьма неплохо, так что мне надо сделать? Ты правда сделаешь это для меня? Не стану лгать, это будет опасно. Но если убьешь ее, я буду благодарна. Очень, очень благодарна. Да? Что мне нужно сделать? Сейчас она работает в Синбин. Она блондинка и на заду татуировка с разбитым сердцем. Танцует под псевдонимом девственница. Как будто от нее что-то осталось. И еще кое-что. Я не хочу смерти невинных людей. Так что если рядом будут другие люди, уведи их от нее подальше. Сделай все тихо. Без свидетелей. И поосторожнее с дисциплинами рядом с охотницей. Блин, надо стелсить опять. Ничего не обещаю. У меня еще один вопрос. Прежде чем уйду, хочу спросить. А что я хочу спросить? Ну-ка, что-то можно спросить? Что ты можешь рассказать мне об Эше? Эш. Айзек так его любит. Мы словно с Эшем соперники, но я думаю, что Эш безрассуден. Ему не нравилось быть тем, кем он стал, и он беспечный. Ясно. Еще вопрос. Расскажи мне о себе. Так ты стриптизерша? Я танцовщица.
Да, конечно, можно назвать это как угодно. Угу. Теперь, да. А как ты стала сородичем? Извини, я предпочитаю наслаждаться настоящим, а не жить прошлым. Не хочу вступать в эти дискуссии. О, я могу станцевать, нет? Там и бассейн. И бассейн. Бассейн джакузи. Бэмби. Кэнди. Мисти. А там кто? Синди. Это что за мужик в капюшоне? Как она водит жопой. Это они типа на лаве танцуют, да? Стриптиз-клуб, да. Слава проснулся. Смотрите, как груди шевелятся, да? Какая тут. Опа. Оп. О, да. Сегодня будет длинная ночка. А, да. Какие у нее штуки на сосках. Физика груди топ, да. Можете мне немного освежиться, детка? Привет. Какая лапочка. О, да. Сегодня будет длинная ночка. Да. А это вот так танцуют. И все по-разному, кстати, танцуют. Не одинаково. А почему на танцполе все одинаково танцуют? Что она там делала? Подождите, я что-то видела. Что она делала? Что она сейчас делала? Вы видели? Показалось? Ну ладно. Ну вот Денису тоже показалось. Блин, я запуталась, куда идти. Я застряла. Так, здесь не выйти. Ladies. 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 А это что такое? Почему мне нельзя потрогать? Кэш. Я хочу кэш потрогать. Именно это. Она делала это. Я видела, она делала это. Чек кэшет. C
Синбин. Так, давайте сначала в Lucky Star. Потому что мне не дает это покоя. Lucky Star мне не дает покоя. Я еще давно должна была туда. Lucky Star третье. У меня давно висит эта миссия. Где-то здесь. Вот. Вот оно, вот это вот. Посмотрим, что здесь, что за Lucky Star. И старый млад, и все лаки. Извините, но мест нет. Я просто хотела осмотреться. Сколько угодно. Это сокровищница повседневности. Работая здесь, встречаешь кучу типажей. Готовые сюжеты, персонажей. В местах вроде этого писатели изучают человеческое поведение, малышка. Значит, ты писатель? Писатель — слишком затертое обозначение, не находишь? Это вроде как, ну, типа каждый второй сейчас говорит, что он писатель, ведь так? Написал письмо или дневник, и ты уже писатель. Я скорее как сценарист. Я заключаю квинтэссенцию отличного фильма в мой сценарий. Я как кузнец с пером, рулевой монтажа. И о чем же ты пишешь? А пишет ли писатель? Или он просто обливает чернилами то, что всплывает из его подсознания и превращает их в 120 страниц гениального фильма? Но, знаешь, мое подсознание заполнено старыми фильмами ужасов, так что в основном такое я и пишу. Угу. Ужасы. И над какими фильмами ужасов ты работаешь? Я? Ну, я как бы собираюсь переосмыслить саму суть фильмов о вампирах. Как бы куча людей делает фильмы про вампиров, популярные персонажи и все такое. Но я собираюсь сделать реальную вещь. Но он типа будет не только страшным, но и как бы правдоподобным. Правдоподобным, как бы. Вам...